Привет-привет! С вами Лилия Донскова. Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня мы будем с вами разбирать первый заказ из 11-го каталога компании Oriflame. Здесь сразу два заказа на меня и на Михаила. И пришло огромное количество каталогов. Уже новые каталоги 12-й вкладывают сразу в первый заказ каталога 11. Я еще каталог не листала, но мы полистаем его вместе. Я уже знаю, что здесь будет огромное количество новинок и акций, спецпредложений всевозможных. О, Матроскин пришел. Иди сюда. О, там, привет. Мы сегодня с ним в такой, в общей теме, в тренде. И я не случайно с ненакрашенными губами. Я сейчас хочу показать новинки, которые я заказала для губ. В детской серии у нас вышли новые бальзамы. Это серия Рапунцель. Я заказала 4 бальзама. 2 в подарок, а 2 нам с дочкой. И один из них я сейчас попробую, как это все выглядит и как это будет на губах. Достаю из красивой коробочки. Прям реально очень красивая упаковка. Даже, честно говоря, жалко выкидывать. Я бы не выкинула. Вот такой бальзамчик, тоже весь красивенько оформлен, всякие цветочки, сама Рапунцель. Бальзам просто прозрачный. У меня здесь лежит сразу пудра с зеркальцем, чтобы пробовать. Пахнет вкусно конфетками. И я наношу его на губки. Как видите, у него нет никакого цвета, он просто прозрачный, не дает оттенка совершенно, но есть легкий блеск и очень приятное увлажнение на губах сразу чувствуется. Я обожаю эти бальзамчики. До этого все время брала Микки Маус, тоже он пахнет клубникой, но я рада, что вышла новинка, потому что я все время люблю что-то новое пробовать. И этот бальзам может служить чудесной основой под помаду или, например, под блеск, если губы сохнут. Я заказала также новинку из блесков. Взяла 2. Но сейчас попробуем с вами вот этот сразу на губы, чтобы я уже была с накрашенными красивыми губами. И я все-таки выбрала из первых сияющие, у нас первый финиш, да? Я выбрала розовый. Мне показалось, что он самый такой нежный и нужный мне цвет, которого не хватает в моей огромной коллекции помад. Такой приятный. Так давно у нас не было блесков, что я просто по ним соскучилась. И когда увидела новинки, я сразу себе загадала, я закажу парочку разных. Красота. Ну вот так. Все засияло, заблестело. И я хочу вас поблагодарить, мои дорогие зрители, за то, что вы мне помогали сделать выбор, потому что было очень сложно. Мне практически понравились все блески. Я хотела каждый, но так как надо было ограничить немножечко свои аппетиты, с вашей помощью я выбрала 2. Этот и один мы еще с вами встретим дальше здесь в коробочке, будем разбираться. Ну и начнем с самого верха, что здесь лежит. Мы получили очередную партию из серии Life Plus. Это подписка Wellness Life Plus. Вот такие 2 красавчика. Это коктейль ванильный и витаминки. Это 4-й шаг, и он нам пришел совершенно бесплатно. Смотрите, накладной пробитый Wellness Pack для женщин и сухая смесь коктейля. Переходим в конец строчки, где суммы. Мы видим, что здесь 0 и здесь 0, по нулям. По баллам, смотрите, личный заказ 150 баллов. То есть положили продукты в подарок, но баллы за них начислены. Вот в чем прелесть этой акции именно Wellness Life, этой подписки. И по деньгам, смотрите, сумма заказа 2371 рубль всего. И еще прошла использована скидка, кэшбэк, то есть к оплате всего 1000 рублей. Вот посмотрите, для чего я вам это показываю, насколько выгодно иметь подписку Wellness Life Plus, если сравнивать с, вот, с обычным заказом на 150 баллов, то здесь сумма заказа без скидки 6969, то есть здесь обычная продукция без Wellness Life. Разница, по-моему, ощутимая.
Также вы должны знать, что если продолжать подписку Wellness Life Plus, то 5, 6, 7 и 8 шаг вам будет приходить также за баллы, но со скидкой 30%, что тоже очень-очень выгодно. Поэтому я всегда рекомендую брать от компании все по максимуму, все подарки, все выгоды, которые есть, чтобы кайфовать вместе с нами. Вот так вот выкладку делать сразу красивую. Так, что здесь еще? Это набор для клиентки, серия Optimals. Нас радует новыми бустерами, которые мне нереально просто нравятся. Я уже себе все три заказала. И клиентка заказала крем, а я ей порекомендовала взять к нему бустер, чтобы, во-первых, и сэкономить, и попробовать новинку, которая, я уверена, ей очень понравится. Крем антивозрастной. И этот заказ уже не первый, то есть клиентка его постоянно заказывает. Это говорит о том, что крем очень крутой, если человек берет его так, с периодичностью с какой-то, значит, он понравился. Если клиент не возвращается, значит, продукт не понравился. Это я заказала себе, Novage коллаген крем для глаз, кстати, как раз его уже мне нужно, там заканчивается, у меня прям осталось немножечко крема, и я вам поэтому его покажу, как он выглядит. Крем с дозатором, то что очень удобно, такой дозатор, одно нажатие хватает, как раз я распределяю на пальчики, хватает нанести на оба глаза, и просто восхитительное состояние кожи, мне очень нравится результат. Я прям балдею, благодарна компании за то, что нас балуют такими классными новинками. Кстати, со скидкой 50% это очень выгодное предложение. Если заказывать крем по полной стоимости из каталога, он, конечно, так вот по карману бьет основателя. Со скидкой же он получился совсем, ну, совсем прям немного. Я даже вам скажу, сколько. Ой, ну здесь столько продукции, наверное, долго искать придется. Но это действительно очень выгодно. Но вы же умеете, да, считать? Можно просто разделить напополам цену, отнять. Нет, не могу найти. А, это вот в этой накладной. Все, прошу прощения, быстро найду. Да, он вышел всего 572 рубля. А в каталоге он стоит, по-моему, больше, порядка 1500. То есть это вообще очень классное предложение. Так, что еще? Очень-очень много под заказ тональных основ. Серия Giordani Gold, антивозрастные основы. У меня в основном все берут бежевые и одна есть слоновая кость. Это все 5 под заказ. И интересно, что 2 клиентки взяли по 2 бежевых и одна заказала слоновую кость. Очень классный выбор, молодцы. Просто действительно тональная основа великолепная. Она из SPF-фактора имеет, SPF 8, и она разглаживает кожу за счет того, что в нее добавлены специальные светоотражающие частички, и она еще и подстраивается под тон кожи, то есть она вся такая вот прям волшебная, просто супер. Так, этот крем я взяла вместо платы за доставку. Крем для лица и тела, кокосовая вода. Какой он вкусный. Я вам передать не могу. Я все время беру этот крем, когда есть возможность, или в тюбике кокосовая вода и дыня, или этот вместо платы за доставку получается очень выгодно. Его даже можно использовать на подарки, потому что доставка до СПО стоит 97 рублей у нас в Саратове, а крем стоит, по-моему, 215 всего. 219. То есть понимаете, что отнять 97 рублей получается, ну, примерно 120 рублей за такую банку крема. Это очень выгодный и классный подарок для клиента. Так, это под заказ. Жидкое мыло алоэ и олива. Тоже клиентка заказала. И она еще заказала мне несколько продуктов для души. Сейчас найду. Вот они. То есть это все один заказ. Я его запомнила, потому что она все взяла для душа. Щетку. Она очень крутая, эта щетка, не буду распаковывать, но просто многие спрашивают, какого она размера. Вот смотрите, если ее взять вот так вот за ручку, то я везде достаю, то есть я всю спинку могу потереть, попку, там, ну, всю заднюю часть я могу спокойно ей протереть, то есть хорошенько-хорошенько. И она отлично отшелушивает кожу, прочищает все поры и еще усиливает кровообращение. После душа с такой щеткой я ее и в баню беру, и просто после ванны, то есть всегда, когда я купаюсь, я ей с удовольствием пользуюсь, потому что такое тело в тонусе после нее, прям вот все горит, аж сверкает, кожа гладкая-гладкая. Я прям такую вещь рекомендую в каждый дом.
и два геля. Они сейчас идут по супер-мега цене со скидкой. Посмотрите, большие флаконы, 400 миллилитров. Ну, я вот не помню цену, но помню, что очень выгодно. Я поэтому клиенты так их много и взяла сразу продуктов. Так, для себя, да, пришли мои долгожданные шампунь и кондиционер, мед и молоко. Правильно показываю? Вот так. Вот, они вот так вот действуют. Шампунь мы держим вверх, а кондиционер вниз, потому что он гуще. И я вам рассказывала в каком-то видео, какой у меня был, я не знаю, восторг от качества моих волос. Я давным-давно пользовалась таким шампунем. Ну, сказать, что восторг нет. У меня были тогда черные волосы, они были здоровые, все на такие ух, блестящие, упругие. После того, как я смыла черный цвет и все это осветляли и красили, волосы, ну, сильно пострадали. Так, мягко говоря, они сильно пострадали. Не спи, рассказывай вместе со мной, Бутуз. И я взяла с собой в дорогу, в путешествие маленькие вот эти вот флакончики, которые у нас, ну, были в каталоге. Шампунь и кондиционер, думаю, о, как раз мне на дорогу хватит 2-3 раза помыть голову. И когда я вымыла первый раз голову, я просто была поражена в самое сердце. Потому что у меня волосы ожили. Просто они классно расчесались, они прям шелковые такие. Я ждала, когда будет скидка, поэтому я еще буду делать заказ. Сейчас еще раз ими помою голову, получу подтверждение, что это было не фантастика, мне не приснилось, и тогда закажу их еще несколько штук, потому что это очень-очень крутые шампуни. Конечно, для кого они больше подойдут, вы уже понимаете, для того, у кого сухие волосы, у кого, например, кожа головы сухая, бывает так чешется прям. То есть этот шампунь для того, чтобы напитать, разгладить и побаловать. Вот, это именно для таких людей. Вау, смотрите, что у меня есть. Ля-ля-ля. Это маски тканевые, должны быть еще. Точно должны быть еще, не вижу, но надеюсь, я ее найду еще. Смотрите, это тканевые маски, новинка. Это с гранатом и виноградом, антиоксидантная маска. И мне прям не терпится быстрее попробовать. О, какая она холодненькая. Прям холодочек такой от нее идет. Потому что те маски, которые я брала на VH, во-первых, они дороже больше, чем в 2 раза. Эти очень доступные, чуть больше 100 рублей на них цена. А со скидкой 100 рублей, да, грубо говоря. Это очень выгодно. И тканевые маски, они реально работают. Они дают столько увлажнения и питания кожи, что она просто вот начинает сиять. Я в восторге. И хочется баловать свою кожу. Я считаю, что на коже экономить нельзя. Ну, конечно, если вам еще 20, 25, 30 лет, вы, может быть, об этом не задумываетесь. Но поверьте мне, когда у вас появятся первые морщины, уже, может быть, даже поздно будет задумываться. Поэтому лучше раньше, как говорят, береги платье с нового, честь с молоду, а кожа с рождения. Вот я так вам скажу. Я начала ухаживать за кожей в 19 лет именно правильно, по схеме, которую дают косметологи. То есть очищение, маска раз-два раза в неделю, тонизирование, крем дневной, крем ночной, крем для глаз, защита, тональная основа с SPF. Многие говорят, я не пользуюсь тоналкой, потому что она забивает поры. Да нет, нет. Это тональный крем-балет, он забивает поры, но это далеко в прошлом, это стереотип. Те тональные основы, которые производят сейчас, они для того, чтобы защитить и придать как товарный вид коже. Вот я так скажу, товарный вид, потому что с тоном кожа начинает сиять. Я недавно делала фотографии, не помню, выкладывала я где-то их или нет, но в чат, когда я отправила фотографию, просто сделала уход. И потом сделан тон и пудра. Кожа просто, я даже, может быть, ставим видео, эту фотографию, у меня просто шок, насколько моложе выглядит лицо с косметикой. Но когда ее не надо тонны накладывать косметики, вот с нашей продукцией можно делать такой тонкий, легкий, воздушный макияж. Ну, кажется, я заболталась про макияжи. Вот, буду завтра пробовать маски. Так, что еще? Это во втором заказе тоже 50% скидку я использовала на NovAge. Почему я так активно брала последние каталоги NovAge? Объясняю. Во-первых, это все постепенно заканчивается, и я обновляю постоянно эту продукцию. То есть заканчивается крем, я тут же достаю новый. Заканчивается сыворотка, я тут же достаю новый. Я подглядела в следующем каталоге,
То, что будут новинки в аксессуарах, новые бижутерии, новые сумочки. И я буду следующие скидки тратить именно на них. Поэтому сейчас я запаслась активно сывороткой кремом. До этого я брала крем дневной и ночной, и мне как раз вот на 3 месяца этого хватит. И я буду брать себе новые аксессуары, потому что я их очень-очень люблю. Так, вот еще бомба. Я считаю, что этот продукт просто взорвет мозг любому, потому что это настолько эффектно. Черная маска, маска-пленка. Я записывала видео, пробовала эту маску. Я просто от нее в восторге, в нереальном. Она не сушит кожу, она ее даже увлажняет, мне кажется. Я прям почувствовала, кожа стала мягче, потому что в ее состав входит ананас и уголь. Угольная пыль – это самый главный ингредиент в рецепте этой маски, которая действительно чистит кожу, убирает излишки жира и убирает черные точки. Если у вас эти точки вас достали, просто вы не знаете, что с ними делать, вот возьмите маску. Она очень доступная по цене. Представьте, каталог, не помню цены, но помню, что очень доступна. И я к этой маске заказала еще силиконовую лопаточку. Наконец-то! Спасибо Надежде Лунёвой, то, что мне напомнила, потому что я бы точно пропустила. И достаю, вот она лопаточка, потому что маску, вау, божечки мои, почему я раньше ее не взяла? Смотрите, какое чудо. Я теперь буду наносить правильно маски, не пальцами, а как положено, лопаточкой. Она прям проглаживает кожу, во все уголочки будет подлазить. Завтра попробую. Запишу сторис. Кстати, по поводу сторис. Если вы еще не подписаны на меня в Инстаграм, то, ну, может быть, вы немного, конечно, потеряли, но я вам расскажу. То, что сейчас в Инстаграм я каждый день выкладываю продукт дня. То есть я записываю сторис про один какой-то продукт, актуальный в текущем каталоге. Или я его прям пробую, или просто про него рассказываю. Поэтому подпишитесь на мой Инстаграм и смотрите мои сторис. Я буду рассказывать там разные-разные фишки и проводить прямые эфиры по макияжу. Так, две маски. Это пока все себе. Лопаточка себе. Мешочки скидываю. Хватит спать. У него тихий час прям. И он злится, когда его будешь. Еще один стойкий блеск. Как же он называется? Не помню. Бежевый. А вот какой? То есть из последней серии, то есть из последнего блока, где три блеска, он второй. То есть я взяла не бледный, я взяла тот, который потемнее. Он мне очень-очень понравился. Они обалденно пахнут. И он просто вот как хороший цвет губ натуральный, смотрите. Посмотрите мое видео, где я красила все блески на губы. Вот погуще положу. Но он реально не такой липкий, как обычный блеск. Нет, он все равно липнет, хотя там написано в каталоге, что они не липкие. Но он не такой липкий, как обычные блески, все равно лучше. И обещают, что они будут стойкие до 6 часов. Это просто классно. Я особенно люблю, когда один раз накрасил и забыл про это. Так, что я еще взяла? Я заказала попробовать ночную маску Элио. И когда я сейчас вижу, держу это в руках, я удивилась, что здесь два пакетика. Потому что я как-то рассчитывала, что придет один, а их два за 30 рублей. Поэтому я могу один вот так вот открыжить, оторвать. Здесь специальная линия разрыва есть. И кому-то подарить, дать попробовать. А один попробую сама. В следующем каталоге обязательно закажу. И когда буду пробовать, запишу, поделюсь своим опытом. Это ночное масло. Интересно будет попробовать. Не пахнет, конечно, через упаковку, но буду пробовать и вам расскажу. Так, это под заказ для клиентки. Это очищение для лица, Pure Skin. Это просто гель для умывания, который хорошо очищает кожу и подходит классно для обладательницы жирной кожи. И эта же клиентка заказала вот такое вот средство, вернее, прибор. Давайте назовем его прибор для удаления, очищения пор. Здесь есть такая специальная дырочка, когда кожу распарили, умыли. Вот прям классно это делать там после душа, в баньке. То можно прижимать на эту пору расширенную, из нее аккуратненько надавливать, из нее будет выпрыгивать этот стерженечек, то, что там забилось.
Вот, ну, я ни разу не пробовала. У меня, честно говоря, поры не забиваются. Я даже знаю почему. Регулярный уход, регулярные маски, скрабы, защита тональной основы, которая не дает проникать пыли, грязи из внешней среды. Все это дает результат. У меня кожа всегда очень чистая, и если у меня вдруг вылез прыщ, то это я не знаю. Это, может быть, землетрясение произошло там, где его никогда не должно быть. Так, здесь тоже заказ клиентки. Посмотрите, это подпяточки, вот такие силиконовые специальные подкладочки, чтобы либо не натирать пятки, часто натирает, а бывает такое, что обувь немножко разносилась, и ее нужно как-то уменьшить. Можно под пяточку положить, ну, за пяточку, то есть это вот так вот обнимает сзади, где щиколотка, да, то есть это не под пятку, а вот так вот, где задник у нас обуви. Я так объясняю вообще, меня Миша будет опять ругать. Ну, вы, надеюсь, меня поняли. Мне кажется, девочка девочку всегда поймет. Все, не буду больше ничего говорить. Это тоже под заказ. Автозагар. Я его так разрекламировала. У меня есть знакомая, которая... Ну, ей просто некогда загорать. И она не любит загорать. Как бы ей особо это не показано. И я ей говорю, только есть автозагар. Пожалуйста, у него такой приятный бронзовый оттенок, никакой рыжины. Он ровно ложится за счет того, что это спрей, его легко распределять. То есть я сама им пользуюсь постоянно, хвалюсь об этом всегда, и он меня спасает. То есть когда я хочу одеть что-то, ну, юбку, платье, а ноги еще белые, я просто наношу автозагар на руки, на ноги, чтобы гармонично смотрелось, да, грудь там, ну, везде, где открытые участки. Так, это еще не все. Ура! Я заказала себе жидкое мыло. Я вообще-то и хочу взять еще несколько штук, но в эти заказы уже не уместилось. Я буду еще заказ отправлять и закажу новое жидкое мыло. Здесь только тут фруктовый микс и, я не знаю, тут яблоки, не знаю, грейпфрукты или апельсины, что в состав входит, я не помню. Но помню, что мне очень понравилось. А как его открыть? О, слушайте, он так закрыт крепко, я даже открутить не могу. А может быть, даже его и нельзя откручивать, хотя, по идее, нужно. Ну, думаю, будет вкусно пахнуть. Попробую, расскажу. Так, это тоже под заказ мужской аромат. Friends World. Классный, кстати, аромат. Я Миша не брала, но мне его часто заказывают. Такие отзывы прям замечательные от клиентов. Это тоже еще не все. Что это? Даже не могу сказать, кто это заказал. Не могу вспомнить. А, вспомнила. Да, это заказ клиентки. Это помада. Стойкие помады. Вот такая она, как помада-карандаш с выкручивающимся. О, какой классный цвет, такой бежевый оттенок. Да, да, вспомнила, это у меня берет одна клиентка все время. Ей нравится этот оттенок. Хорошие помады. Я не знаю, у меня их почему-то нет. Вернее, одна у меня есть единственная. Она такая яркая, что я ей очень редко пользуюсь. Но у меня их очень часто заказывают. И здесь осталось еще что-то. Не все еще. По акции два продукта серии, обновленной серии OnColor, берете два продукта, получается более выгодная цена. У меня клиентка заказала водостойкую тушь, та тушь, которая ничем не смывается, я ее предупредила. Она сказала, о, я это не себе, не могу открыть пудру. О, открыла. Не очень удобная открывашка. Да, и какой-то вот светлый оттенок пудры. Вот видите, у нее есть пуховочка, все как положено. Там пленочка лежит, чтобы пуховочка не испачкалась прежде времени. У нее нет зеркальца, обратите внимание. Да, очень экономичная упаковка. И нет коробочки, то есть она приходит вот так, просто открыто. Зато тушь запечатана в пленке, и это очень хорошо. Я считаю, что это правильно, потому что если открыть тушь, то туда сразу попадает воздух, и начинается процесс ее высыхания. И я заказала, угадайте, что это? Пробник аромата. Нового, который выйдет у нас в следующем каталоге. Не знаю, как называется, очень плохо вижу. Что-то scanned. Сатина. Не знаю, не буду врать. Хочу понюхать. Очень люблю новые ароматы тестить. Смотрите, вот так нанесли на пульсовые точки. И вот так вот потрогали какие-то места, где хотите оставить, если много нанесли. Вот так тереть аромат не надо, говорят, что это разрушает структуру аромата. Он сладкий. Он вкусный. Ой, в нем есть какая-то нотка интересная. Мне уже стало интересно, что это за аромат. Может, полистаем новый каталог? Слушайте, возьмите пробник. Он интересно пахнет. Сейчас скажу.
цветочно-фруктовый древесный, семена гуараны, солнечная роза, пачули. Вот я пачули почувствовала. Все, я поняла. Вот он, знакомый аромат. Да, он такой сексуальный, завораживающий. Я думаю, что он будет драйвовый. У него классная упаковка. Теперь-то все? Нет, не все. Вот она, та маска, которую я потеряла. Я еще думаю, я же две брала себе, одну под заказ. Попробую, наберу еще кучу масок. Надеюсь, они мне понравятся, но я даже не сомневаюсь. А это с апельсином и с овсом. Она питательная. Вот то, что я люблю, напитывать кожу. И вот то, что здесь прячется еще. Это под заказ для клиентки. Обратите внимание, я себе такой заказала блеск. Его положу отдельно. И клиентка у меня заказала то же самое. Так, все, теперь у меня все. Остались только еще одна пачка каталогов. Не удивляйтесь, я всегда беру все каталоги, которые присылает компания. По премьер-клубу 10 каталогов приходит всего за 200 рублей, но это же очень выгодно. Я могу их раздать огромному количеству людей. Все, здесь пустая коробка. И чем больше людей посмотрят за каталоги, тем больше будет заказов. И я стараюсь всегда каждый каталог находить новых людей, кому я отдам каталог. Потому что ну, все время где-то встречаются новые люди. И у меня всегда в сумочке лежит каталог, который я готова подарить, отдать. Или отдаю и беру контакт, чтобы потом забрать. Так, и у нас новая акция. Называется «Бизнес и красота». Она будет идти у нас три каталога. 11, 12 и 13. Девочки, мальчики, мы можем с вами получить очень крутые подарки. И что нужно сделать? Давайте я вам расскажу вкратце. Смотрите, если у вас в каталоге номер 11 будет 2 кюрекрута и личный заказ 50 баллов, то представьте себе, вот этот весь набор для волос вы получите в подарок. Вот я когда это увидела, у меня просто вот нет слов. Как такие дорогие подарки всего за 2 кюрекрута? Как стыдно их не сделать? Следующее, в 12-м каталоге делаем тоже 2 кюрекрута, то есть приглашаем 2 подруги, помогаем им сделать заказы на 100 баллов, то есть вдохновляем, даем все попробовать, учим, как показать каталоги своим друзьям, подругам, там на работе, маме, сестре, да, кому угодно. И получаем второй набор. Я ничего не ошиблась, это же правда? Да, мультивитамины, набор косметики. Я просто обалдею, здесь тушь, помада, наверное, тональная основа, карандаш, пудра и витамины. Нет, это вообще это что-то фантастическое, не могу в это даже поверить. Далее, третий шаг, 13-й каталог, то же самое. Если 2 кюрекрута, 50 баллов всего заказ, то вот этот набор, здесь амбер эликсир, астаксантин и крем амбер эликсир. Нереально просто. И самое интересное, если вы соберете все три набора, то вы можете в подарок выбрать что один из наборов. Либо для мужчин, да, вот этот, сейчас скажу, мультистайлер для женщин, а для мужчин у нас что такое? Набор из 5 назад, сейчас, на выбор. А, или триммер. То есть для мужчин триммер, для женщин мультистайлер. У меня просто шок. Знаете почему? Я недавно, у меня, видите, волосы длинные, я увидела в интернете, что продаются такие расчески электрические, которые нагреваются, ими просто расчесываешь, волосы становятся гладкие. И я так захотела, посмотрела на Алиэкспресс, расческа стоит, по-моему, 2600 и выше. То есть чем лучше качество, тем дороже цена. Здесь подарок, просто куча этих насадок, расчесок, каких угодно, и крутилки. Ну как вы думаете? Что я решила? Конечно, я выполню эту акцию. Я уже сижу, думаю, кого я зарегистрирую, кого я позову. Потому что для новичков тоже супер условия. Девочки, некогда болтать. Друзья, спасибо за внимание. Пойдемте работать, рекрутировать, раздавать каталоги и получать самое-самое лучшее, что дает для нас компания Oriflame. Это и возможность быть красивее и здоровее, возможность немного зарабатывать дополнительно, предлагая наши каталоги, и зарабатывать много, просто неприлично много, создавая свою команду. Так что вперед, действуйте! И пишите в комментариях, что вы себе заказали.
Попробовали ли вы такую маску? Мне интересно ваше впечатление, потому что эта маска, я думаю, это просто бомба. Пишите, как у вас отреагировала семья, когда вас увидели дети, муж, какая у них была реакция, когда вы вышли с черным лицом. И просто пишите. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на канал. А если у вас еще нет скидки от 20 до 70% на весь ассортимент Oriflame, то что вам нужно сделать? Заполнить заявочку под этим видео. И я с вами свяжусь и научу, с чего начинать, что делать и так далее, и так далее. Пока-пока! До новых встреч! Ну, повернись, что ли? Ну, повернись. Не в духе сегодня. Пока! GoPro, стоп видео!